Итак, всем привет, друзья. Так уж получилось, что вы проходили мимо по YouTube, а я тут продолжаю проходить Valkyria Chronicle или Valkyria Chronicles. Кстати, у меня к этому вопрос есть, потому что в Steam он написан Valkyria Chronicles, а игра запускается написано Valkyria Chronicle. Непонятно. То есть, дайте ты PC-издание, короче, Valkyria Chronicles и прочая фигня. В общем, и нас ждет уже практически финал, то есть не практически, а финал, последняя схватка, название как бы намекает. И мы сейчас будем убивать просто Максимилиана, который стал терминатором каким-то валькириевским. Покончим с ним, и, собственно, на этом закончится наше замечательное происхождение, хотел сказать. Но к Valkyria Chronicles мы обязательно будем возвращаться частенько. Как минимум, у нас остались рапорты, специальные задания. Ну, рапорты я уже пройду потом потихонечку сам. То есть на запись тоже. А всякие испытания и сражения я, наверное, оставлю для стримов или прочих таких веселух. На этом пока что все. Пишите комментарии, всем удачи. Шутка. Отправляемся на последнюю схватку. Пора бы уже. И честь знать. Слушай, он прям говорит, да, что ваши последние приказы следующие. Наконец-то пришло время разобраться с Максимилианом. Карта может быть большая, пока непонятно. Я предполагаю, он способен нейтрализировать все атаки, направленные на него, подобно Валькирии. Тем не менее, валькирийская сила Максимилиана – это результат какого-то устройства. Она искусственна. Да, надо будет сейчас выносить эти радиаторы. Ну, типа радиаторы, которые там стояли. Я уверен, что где-то... Ой, извините. Я уверен, что где-то на палубе у него есть слабое место. Надо его найти и использовать все, что есть, чтобы уничтожить. Наша цель – сразить Максимилиана раз и навсегда. Разберемся с этим маньяком и положим конец войне. Седьмые. Когда он не сможет останавливать пули, я надеюсь, вы не забудете, что мы несем надежду на мир всем народам. Максимилиан повержен, противник Велкин погиб, противник... Да-да-да. Приступаем. Ой, ну в смысле не приступаем, конечно. Располагаем сначала. Два танка. Ну, берем, наверное, стандартный набор. Снайперы поближе по обоим краям. Марина здесь, Катрина там. Сразу поставлю техника за танком. Техника и Ларга сюда. Пулеметчички мои. Рози. Здесь. Па-па-па-па-па. Алисия там. Там Вайс тут. Кого забыл? Признавайся, кого я забыл. Где детонатор? Рози, Тед, Фриша, Юна, Алисия, Мика, Вайс, Джейн, Джон. А, у меня 10 человек в этот раз. Тогда можешь правда взять Джона. Он себя неплохо показал, как уничтожатель всякого рода техники. А там, скорее всего, придется ее мочить. Да, давайте, я думаю, возьмем. Или нет? Почему у меня только один скаут? И это... Алисия. Айку не взял. Да, извини тогда, Джон. Нет, не извини, блин, нет. Извини, Айка, в этот раз придется тебя не брать, чувствую я. Всю, конечно, войну ты со мной прошла, но пока сидись на базе. Вайс тебя прикроет. Просто есть реально подозрение, что мне потребуется. Есть подозрения сильные, причем, что мне реально понадобится много чуваков с копьями.
Ну все. Так, сейчас бы еще посмотреть, насколько большая карта. Не столько большая, как я думал. Ларга начинает романтику разводить. Все уже уверены в победе, кстати. エーデルワイズ、いつでも行けますよ。ベルキー、指示をお願い。よし、第7小隊作戦開始。敵総司令官マクシミリアンを撃破する。 ой-ой-ой. Ну, дополнительное укрытие клево. Вот она, бронированные башни. По 100, 1600, 1600. Это типа он показывает, как он будет стрелять, я так полагаю. Ну меня ты не сломишь. Ой, они что ж стреляют, вы гляньте только. Блин, надо было на урон что-нибудь взять. Хотя нет, нормально. Ладно, давайте разбираться. О, по одному выстрелу всего. Очень странно, кстати, что только в одну могу стрелять. Причем как-то вот только так. Не, ну ты глянь. Фигня какая-то. Это уже... Не, до сих пор 18 глава считается. Так, я не понял, надо еще раз пробовать, значит. Вот тут тоже могу. Какого, простите, черта не работает? Так, еще раз пробуем. Потом загружусь. Просто проеду вперед. Может, то, что я на лестнице стою? Или может надо было главную башню расстреливать? Ой, их там несколько, что ли? Ой, реально их там несколько. Вот, работает. не хочу как бы один ход тратить этой темы. Так одну как бы... Ну, одну, ладно, одну промахнулся, черт бы с ним. О, 21-21, я так понимаю, это... До... Ой, это я сейчас... Да. Ну, давайте быстренько. Промотнем все. Промокнем. Да-д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 а. Расположить поиска. Капитаны. Ладно, это, в принципе, тут не сильно важно. Хотя нет, важно, но я почему-то решил, что это не важно. Так, ну, во-первых, да, все-таки важно, поэтому снайпера вперед пойдут. Ларга. Да, и все-таки Джона мы берем. Герберт, ты Вайс, да, походу, все-таки. Да, лучше Вайс.
Айка, конечно, молодец, но... А зачем мне тут два снайпера? Но они тоже со мной всю игру прошли, я тоже не могу. Ну, не хочу я никого. Хочу, все клевые, я их всех с собой беру. Так, ну, приступить. Че уж. Да-да-да, все это я уже слышал. Даже ролик этот видел. А, его не пропустить. Закончим же эту войну. Давно пора. Причем, реально, давно пора. Угу. Последние... Последние слова, блин, напутствующие слова всех членов команды. Ролик небольшой. Ой, а мне еще и ходов довольно много дают. Что очень хорошо. Так, нет, как обычно, два раза сохранится. Итак. Эдельвейс пошел. Вот отсюда, по-моему, я могу их разуплотнять. Ко мне сразу нужен левый. Вот так вот. Минус один. Давай, Шамрак. Тоже с одного раза мочит. Это хорошо. Давай, если будет убивать, пусть убивает Шамрака, так сказать. Похитрим немного, чтобы поближе к цели быть. И продолжим их уничтожать. Это может по два разных попадать. Ой, сомневаюсь я. Ну да, не зря. Так, опять же хитрый ход. Какой-то тяжелый стал со всеми этими обвесами. Тысяча брони у него. Вот косят же. Ужас. Чей там такой лежит? А, это осколок этот упавший. А, погоди, башня, башня, бронированная башня. Да, наверное, сначала надо простые башни расфигачить. А, не, вон ту башню. Она вот его питает.
Понятно, по осколку этому он проехать не может. Не понял, он не может, что ли, вон в ту выстрелить? Ну, я как бы догадывался. Блин, он же нам сейчас как врежет. Нам сильно мало не покажется. Да, мог быстрее. И точнее. И вот сейчас он как раз без башен этих. А я никак его не могу ударить. Ну, типа да. Дальше не стреляете. Не убьет, нет. Ты че там удумал? А я к нему. А я к нему жопой стою. Слушай, это да, это надо... Блин. Они заново заработали, это плохо. 1600. Давай проверим, как эти... Джон со товарищами. Насколько они мощно их бьют. О, да, слушай. Они сами могут расфигачить. Мне главное танк запустить, чтобы он крайнюю, последнюю вынес. Так что это вполне себе. А то я тут трачу, понимаете ли, ходы. А надо-то всего-то. По-моему, нет. А, нет, это. Что, Ларго, давай. Давай, Ларго, давай, Джон. Еще. Ну, это не танки. А ты косишь. Ладно, это еще можно простить. Я неправильно встал в первый раз, кстати. Мадаю. И этим, наверное, займется у меня Шамрак, я думаю, да? Он все-таки быстрее. Вопрос, точнее ли? То есть придется еще раз загружаться. На передовую, чтобы он бил его. Кто же будет его уничтожать-то?
Это вопрос. Вопрос с подвохом. Наверное, кто-нибудь типа, кому дам атаку. Какой-нибудь снайпер, наверное. Катрина же у нас с мощной винтовкой ходит. Так что давайте дадим ей приказ на мощу. И мы попробуем осторожненько из-за угла выйти. Тюрдюрдюрд. Ой, напугал. Ты какого черта успел выстрелить в меня? Права не имеешь. Удивился ты, глянь, а? Искусственно. Я понял, главное убеги. Так, значит, снайперами не вариант его бить. Слишком неудобно. Ну чё, Шамрок, пока ты рядом. Шрапнель, автомат. Как ты... Это реально, я его буду долго мочить. Интересно, если вот эти башни еще вынести. Ой. Не думаю, что что-то кардинально изменится, кстати. 327, 301. Ну давай попробуем. Как он успевает стрелять-то в меня? Говнюк. Щит промазал. А он еще сейчас ответит. Ну, как-то так, короче. Могло быть и лучше. Сейчас Шамрок свое получит. Да-да-да, где-то я это уже видел. Ой, а он это... Здоровье восстановил. И башню сейчас обратно включит, я так полагаю. Да, по нему урон не идет. Итак. Они, кстати, не все восстановились. Это он ударил на 1000, да? Значит, не убьет он его в следующий ход, но почти бы его было неплохо бы. Был бы неплохо бы. Черт, а он же с этой стороны. А, теперь его вот это питает, понятно. А, это он потихоньку будет уходить. Ясно, ясно. Так, это сейчас в задницу ему настреляет, так что надо Шамрок. То есть вот эту вот фигню выбить.
умных ходов, по-моему, столько же дали сверху. Хорошо, это хорошо. Значит. Сейвы. Выносим. Так. И это прям по одной. Теперь в следующий раз, наверное, вот это не включится. Теперь мне нужно уничтожить вот эти две. То есть, да, и он отходит, так мы его тесним потихоньку. Так, ну тут, да, наверное... Не, не хочется Шамрака опять запускать. Тем более он ее видит отсюда, эту башню. Осталось только надеяться, что попадет. Ага. Че это ты так вдруг решил по два теперь? Надо было реально танком тогда работать. Потому что сейчас может получиться так, что он еще промажет второй выстрел, и это будет просто шикарнейшее зрелище. Ну вот, язык без костей. Теперь ситуация какая? Ай, надо было вправо немного подойти. Ситуация какая? Ситуация такая, что надо сначала сохраниться и забыться. Напиться и забыться. Постараться восполнить здоровьица. И добежать сюда. А сюда, чтобы починить его. Что Шамрак сейчас в любом случае будет принимать на себя весь урон. И да убегать даже некуда было на самом деле. И вот эту бронированную башню надо выносить. А это как раз работа для Шамрака. Ну, или нет. Все зависит от того, попадет ли он или нет. Попадет ли он или не он. Два раза. Даже этому надо два раза. Как бы, наверное, давайте сэкономим. А патронов у тебя нет, к нему же не подбегали. Она в такую сторону-то не работает, по-моему. Да, в эту сторону не работает. Ну тогда Шамрак. Чё уж делать-то? Так, и он должен сейчас отходить дальше, если не ошибаюсь. По правой стороне. Он же перезаряжается как-то? Да, перезаряжается.
починим Эдельвейс. И сидим, ждем здесь за Эдельвейсом. Есть один ход, как бы. Но на что его тратить, особо непонятно. Попробовать побить дальнюю штуку эту. Ну да. Ну и я попробовал, что. Я же сказал, я попробую. Я попробовал. Главный вопрос, какие теперь включатся. А, он решил так. Но он как минимум он отходит. И отходит почему-то не наверх. Черт, кого-то убил. А, вот теперь наверх отходит. Черт. Это будет долгий день. Как он ходит еще медленно, вальяжно. Итак, которые довольно рядом. Стоп, нет, не убил. А кого? У кого там здоровье было прям маленькое? Я видел. Я, алло, я видел. Катрин разве что перепутал я, может быть. Так, бронированный. Он разве что тут может вынести. А то если попадет, так что... Так что поэтому придется опять работать танками. Что возвращает нас к сохранению. К сохранению. И к уничтожению. Ой, Шамрок побит. Блин, эти я думал я быстро разнесу. Так-то неплохо, да, неплохо выстрелил, чё. Так, два выстрела у него есть. А, на этот танковый убийца не распространяется, я так понимаю. Чё, я ж попал. Какого, простите, нецензурного? Или опять тема, что надо сначала простую башню раскурочить? Если так, то давайте возвращаться к этому. И мне интересно, бронированная башня-то она будет атаковать меня или нет? Ой, атакует. Так, на этом, наверное, закончу эту серию. Увидимся в следующей.